Как оседлать волну? Этот секрет давно знает многократный чемпион России по виндсерфингу Михаил Ершов и основатель журнала «Экстрим» Андрей Краснов. В начале 2000-х они придумали «Большую русскую волну» – главный фестиваль экстремальных видов спорта и музыки. Нынче «Русская волна» отметила 15-летие со дня рождения на берегу Красного моря в Хургаде. В принципе, Египет является для русской волны точкой рождения, мамой, может быть, такой немного побитой пылью, обгоревшей на солнце и оглохшей от криков с площади Тахрир. Но в 2011 году мы вообще вынуждены были поменять место дислокации и приехать в Израиль. Не от хорошей жизни мы эмигрировали в Израиль, надо сказать. Но что было, то было. Это история. У Египта, куда новая русская волна вернулась год назад, по словам организаторов, несколько плюсов. Во-первых, сюда довольно просто добраться практически из любой точки России и соседних стран. Во-вторых, здесь хорошее соотношение цены и качества размещения в отеле 5 звезд. В-третьих, здесь чуть ли не круглый год лета, а постоянно дующий ветер создает вполне комфортные условия для освоения экстремальных водных дисциплин – кайтсерфинга, аквабайка и виндсерфинга. Ну, мы вносим, так сказать, свой небольшой вклад в общую такую систему спорта. Проходит много соревнований, и что нам еще придает силы, потому что кайт развивается очень так стремительно, бурно, набирает много поклонников в свои ряды, и, скорее всего, он станет будущим олимпийским видом спорта. Еще организаторы утверждают, что по дыханию фестиваля можно сверять пульс выездного туристического рынка России. Зародившись на берегах Красного моря, большая русская волна росла вместе с рынком и проблемы испытывала, и новые территории осваивала. Доминикана, Греция, Турция, Крым, другие отечественные курорты. Только некоторые точки на карте фестиваля за минувшие 15 лет. Летом проводим тоже в Конаково на Волге. И там и по вейкборду, и по аквабайку соревнования. Вот. Так что мы стараемся делать это в тех местах, где может пройти русская волна. Люди, которые приезжают к нам в качестве гостей, могут выбирать, каким видом спорта им можно заниматься. Они могут попробовать это на нашем мероприятии. Те, кто уже подружился с кайтсерфингом и виндсерфингом, называют их едва ли не самыми захватывающими, динамичными и зрелищными видами активного отдыха, которые несложно освоить даже новичку. Безусловно, есть таланты, все схватывающие на лету и с первых же попыток уверенно стоящие на доске с парусом или со стропами воздушного змея в руках. Магия основная – это природа, то есть ты один на один со стихией, и у тебя есть возможность управлять ей, дружить с ней, и, соответственно, наверное, это людей притягивает к этому спорту. Они начинают уже формировать там свой отпуск и свою жизнь относительно того, где дует. Дойти до глиссирования не так трудно. А дальше уже, когда начинаются там техничные какие-то повороты, прыжки, тем более катание на волнах, все как бы, процесс замедляется заметно. Достаточно трудный, да, вид спорта. Нужно как бы огромное желание, старание и какое-то окружение. Но для большинства участников русской волны обучение начинается на берегу. Инструкторы объясняют, куда ставить ноги, как поднять змея в воздух, как удержать парус. И только после этого своеобразного курса молодого бойца новички начинают бороться с волнами. У меня здесь несколько задач на русской волне подо мной стоит. Первое, это, конечно же, я являюсь представителем школы кайтсерфинга «Кайтпитер.ком». И мы приехали сюда для того, чтобы учить людей кайтсерфингу, в общем, делить с ними вот эту вот атмосферу позитива, ветер. Вторая задача – это, конечно же, покататься самой. И, естественно, я урываю все возможные моменты, чтобы это сделать. Ну и, конечно же, встретиться с друзьями, походить на вечеринки, пообщаться, послушать музыку. В общем, все это вместе, пожалуй, можно сделать только на русской волне. Танцевальные вечеринки с модными диджеями – важная часть большой русской волны. На площадке фестиваля в разные годы выступали Ингрид, Гоша Куценко, Бэк Дэланс, Нагана. Звездой юбилейной волны была бразильская певица Габриэла. Однако ритмичная громкая музыка и танцы далеко за полночь и всегда уместны. Очень часто это мешает. Когда я выступал в спортивных части, да, на дискотеке провести до 3 часов ночи, а потом выйти с трезвой головой, с холодным умом и показать наивысший свой уровень, конечно, это иногда даже мешает.
Вот, ну, самодисциплина должна быть. Но вот непослушная прежде доска покорена, а воздушный змей буксирует своего хозяина по волнам. Глядя на то, как легко и непринужденно мастера на большой скорости взлетают в воздух, выполняют сложные акробатические трюки, новички пытаются повторить прыжки и перевороты. И хотя получается не сразу, мощные выбросы адреналина обеспечены каждому. Слалом для всех желающих, потому что проехать дистанцию даже может, грубо говоря, совсем начинающий человек. Вот, эта дистанция будет вниз по ветру, три поворота, старт и финиш. То есть четыре прямых. Собственно говоря, ну, понятное дело, что победители могут двигаться с огромной скоростью и огромная там кучность. А очень захватывающий вид спорта и очень захватывающие гонки. Счастьем надо делиться. Это кайтсерфинг в этом и заключается. Кататься одному всегда скучно. Я могу сказать, что не хочется ни прыгать, ничего не учить. Никто не смотрит, никто не видит, знаете ли. И опять же, кайт запустить некому. Поэтому всегда лучше, чтобы было много народу, приятно. Плюс соревнования. На юбилейной русской волне соревнования профессионалов кайтсерфинга выиграл чемпион Украины Андрей Сальник. Свою победу он оценил довольно скромно. В первую очередь, наверное, я взял стабильность. Я ничего такого сумасшедшего в этот раз не смог исполнить. Было просто достаточно ровно. Вот. Ну, наверное, этого остальным парням не хватило. Здесь мне нравится тем, что зрители стоят просто в двух шагах от катающихся спортсменов. Ну, так сложилась акватория и направление ветра, очень было здорово. Когда ты катаешься где-то далеко в море, вот рядом с тобой только судейская вышка и все, ну, это одно дело. Ты как бы только с собой как бы катаешься, со своим соперником. А когда есть публика, она стоит рядом с тобой, ну, не знаю, как чувствуют себя футболисты, но мне кажется, это тоже важно, когда за них болеют или за них не болеют. Не остался без медали и один из организаторов «Большой русской волны» Андрей Краснов. Наверное, формат формальный соревнований, но на самом деле, если говорить языком участников и самих соревнований, смотреть изнутри, да, то этот формат у нас даже выше, чем чемпионат России, по большому счету, потому что здесь съехались, ну, практически все сильнейшие спортсмены. Здорово, что победил Андрей Сальник, представитель Украины. То есть это полноценные международные старты. Фестиваль, наверное, по формальным все-таки признакам, в первую очередь, это большой комьюнити людей, которые увлечены экстремальными водными видами спорта и которые ездят с русской волной по разным точкам мира. И это действительно общающееся между собой сообщество, которое в костях состоит, конечно, из москвичей и питерцев, но и очень много людей из разных других регионов, там, стран. Большое сообщество, состоящее, не знаю, может быть, из десятка тысяч человек, которые периодически бывают на фестивале. Мы общаемся там, в социальных сетях, поэтому к нам очень легко и просто присоединиться. Я люблю русскую волну за то, что здесь много друзей, здесь весело, здесь очень много кайтсерфинга. Кайтсерфинг – это же моя жизнь. Как не любить? Русская волна – это часть некой системы, такой, которую мы, в общем-то, делаем свое скромное маленькое дело. Вот. Таких мероприятий хотелось бы, конечно, чтобы было побольше, но это такой наш энтузиазм, мы верим в это, мы этим болеем, живем. В общем-то. И, конечно, нам приятно, когда люди говорят, вот я там встал на кайт или там, начал заниматься кайтом или виндсерфингом, вейкбордом или чем-то другим, или волейболом пляжным, увлекся. Это на русской волне, конечно, это приятно. Так что приезжайте к нам, у нас вы можете попробовать пляжное развлечение.